Всем привет! Сегодня на обзоре Mitsubishi Eclipse Cross 2018 года выпуска. Новый автомобиль, новая модель. В самой максимальной комплектации G Plus Package. Привезли на заказ, поедет в город Советская Гавань, Хабаровский край. Сейчас покажу особенности комплектации максимальной и вообще в целом автомобиль. На штатном 18-м литье установили по просьбе заказчика новую японскую резину Toyo высокую 2021 года, зимняя. LED-оптика, ходовые огни, линза фара, сонары штатные. Камеры кругового обзора, боковые камеры. У нас в решетке камера. Ой, камера. Цвет черный металлик. Бесключевой доступ, штатные ветровики, штатные рейлинги, тканевый салон, максимальные комплектации бывают и на коже, соответственно. ТРК anti-use, контроль полосы, датчик столкновений, предотвращение, автомобиль обслуживался в Японии, проекция, сонары, айстоп. Кожаный мультируль, адаптивно дальний-ближний, там датчик и слеповых зон в зеркалах, старт-стоп кнопка, подрулевые лепестки, круиз-контроль, контроль дистанции, так, кнопка включения камер кругового обзора, управление медиа хендс-фри. Мультимедиа штатная. Бывают неоригинальные мониторы без сенсорного джойстика, соответственно. Ручник. 4 ВД, кнопка включения, 2 USB, эко-режим, раздельный климат-контроль. Apple CarPlay поддерживает функцию монитор. У нас зеркало заднего вида с функцией автозатемнения, просторный автомобиль. Пробег 14 тысяч 707 километров. С траектории движения камера. Камеры даже. Сзади очень много места. Современный паркетник. Вот, как я сказал, дальше задняя камера. Задние сонары. Просторный багажник, в принципе. Ремкомплект. Здесь еще отделение.
ЕГС получен, действующий. Полный пакет документов, соответственно, есть. Аукционный лист, 4,5 балла ББ. Мелкие царапинки, маленькие мятинки. 14 тысяч пробег, 18 год, стоимость регистрации. Номер кузова 300-6405 ГК1W. Номер лота 70-459. Аукцион Мираев, открытый. Штатная инструкция, навигации. Интересный автомобиль в целом. Едет очень приятно для 1,5 литров. Автомобиль привезен на заказ, повторюсь. Подробная информация по телефону, закрепленному в шапке профиля. Пишите, звоните, проконсультируем, подскажем. Также можем привезти на заказ любой интересующий вас автомобиль с аукциона. Всем спасибо за внимание.